Я вижу, тут очень много пишут про Украину, нападет Путин, не нападет, что там будет, что там происходит. Слушайте, я сам как-то как бы наблюдаю за этим, понятия не имею, нападет он, не нападет. Но раз очень серьезные игроки мировые говорят, что опасность серьезная, да, даже Байден, например, говорил, что нет никаких сомнений в том, что он в любом случае нападет. То, что там такое огромное количество войск сосредоточено на границе с Украиной. И именно когда это огромное количество войск там сосредоточено, вдруг ни с того, ни с сего, типа какие-то нападения со стороны Украины происходят на территорию Донбасса. Вот в течение 8 лет не было никаких нападений, все было нормально. Украина не пыталась эти территории силой вернуть в правовое поле. А тут, когда именно Россия сосредоточила там 150 тысяч войск, контингент целый, именно в этот момент Украина решила, вот сейчас самое подходящее время, чтобы взять и силой вернуть эту территорию. И решила, значит, напасть. Понятно, что это все, ну, спектакли, даже, ну, даже режиссеры этих спектаклей, этого спектакля, постановщики, они даже не заморачивались, даже они не пытаются реально создать какую-то видимость у этого мира, что действительно, дескать, там Украина нападает. Даже то, что они делают, это просто какая-то вот причина, которую они будут потом нагло, вот так смотря в глаза, где-нибудь в ООН, там, в Совете Безопасности, нагло смотря в глаза, будут говорить, ну, это они же нападали. Но при этом и те, кто будут говорить, и те, кто будут слушать, и весь этот мир, все прекрасно понимают, что, конечно же, Украина там не нападает. Мне очень понравилось, как сказал Зеленский вчера в Мюнхене. Он сказал, Украина очень не хочет войны. Европа тоже, ну, Запад тоже не хочет войны. Россия говорит, что не хочет нападать. Но кто-то из нас явно врет. А вот кто этот врунишка, это тяжелый вопрос. На самом деле сейчас уже есть даже такие мнения, что в принципе война уже началась, уже там эвакуация произошла с территории Донбасса на территорию России, уже там мобилизация идет, насильственно чуть ли забирают молодежь на передовую, уже какие-то провокационные взрывы, обстрелы, даже на территорию России там какие-то снаряды упали, и разумеется, сразу же сказали, что это чуть ли с территории Украины специально запустили, чтобы спровоцировать Россию на нападение. То есть те, кто говорят, что война уже началась и она идет, эти слова тоже не лишены смысла. Возможно, ну, так и есть, так можно считать с одной точки зрения, в принципе. Если начнется крупномасштабная война России с Украиной, не является ли это идеальным шансом освобождения Чечни? Не исключено, Грин. Ров, не исключено. Тумсо, а что ты удивляешься, что тебя внесли в список экстремистов? Ты публично Басаева и прочих террористов называешь героями. Как тебя вообще в европейские страны пустили после этого? Ну, на самом деле, я не удивился, когда меня внесли в список экстремистов, и туда внесли Навального, Любовь Соболь, ну, в общем, и других ребят из команды Навального. Поэтому удивляться тут, ну, не приходится. А вот второе сказанное тобой, что ты публично Басаева и прочих террористов называешь героями, так это и не является оправданием терроризма. И, допустим, если бы мой родной брат, отец, сын был бы, скажем, террористом, я мог бы дальше говорить, что я его очень сильно люблю, что он для меня достойный человек, и это не было бы оправданием терроризма. Надо разделять между личностью, которую кто-то может считать террористом, кто-то может считать героем, кто-то может любить эту личность, кто-то может ненавидеть. Каждый человек волен считать так, как он хочет. Здесь ты не можешь никому ничего навязать. Это все-таки не Гитлер, понимаете, где весь мир как бы уже все определился, что значит, даже дать имя Адольф это уже какое-то оправдание нацизма и отрицание Холокоста. То есть это другая ситуация. Поэтому любовь к Басаеву, оправдание Басаева, называние Басаева героем не может быть никак квалифицировано как оправдание терроризма или публичные призывы к терроризму. Это немножко другие вещи. Я публично, наоборот, осуждаю любые террористические акты,
которые были совершены Басаевым или кем-либо другим. Однако к человеку при всем при этом я могу иметь абсолютно другое мнение. Я могу его любить как своего родного человека. Никто не может, допустим, мать обвинять в том, что она любит своего сына преступника. Каким бы он сильным преступником ни был, мать будет любить своего сына, свое дитя. Точно так же я люблю Шамиля Басаева, часть моего народа, и выдающегося полководца, и человека, отдавшего жизнь за мою, в том числе, свободу, за свободу моего народа и мою личную свободу. Поэтому, конечно, я люблю и уважаю этого человека, как бы сильно ненавистно не было это нашим врагам. Мы будем это говорить публично. Так, бывший Гурон, первый сегодня у нас в эфире, донатер. Ассаляму алейкум, маршалу алейкум, алейкум ассаляму, ва рахматуллахи ва баракату. Амин, барак Аллаху фейк, брат Хауаил Марш. Я, кстати, получил на бот обратной связи твое сообщение по поводу темы, обсуждаемой нами недавно в чате. Полностью согласен с твоими мыслями. Видел кадры и новости из Украины, как россияне бомбили детские сады на территории Украины. Томсо, задай вопрос россиянам, так как они любят задавать нам вопрос про Беслан, про Басаева. А я не видел эти кадры, не знаю, про какие ты говоришь. Но я знаю немало случаев, когда на территории Чечни бомбили родильные дома, бомбили центральный рынок, убили огромное количество людей. Причем бомбили, ну, не в смысле, что они там какими-то, только лишь артиллерии, там крылатые ракеты, там жуть, что только на нас не применяли. Я тебе покажу кадры. Покажи. Что за шумиха насчет войны? Это же полный бред, ибо эта война поставит крест на президентстве Путина и даже Кадырова. Почему люди не могут понять этого? Ну, очевидно, что у этих товарищей в Кремле другое мнение по этому поводу. Они не то, что не видят креста на своей карьере, они наоборот считают, что с помощью этого они... С помощью этой войны они усилят свои позиции. И эта логика не лишена смысла на самом деле. Так как всю историю так было, что к власти в России приходили именно на волне войны, на волне убийства собственного народа, взрывания. Путин пришел к власти, взрывая дома в Москве. Это нельзя забывать. Путин взорвал собственных граждан, убил огромное количество спящих людей у себя в домах. Взвалил эту ответственность просто... тупо на чеченцев, знаменитое словосочетание «чеченский след», мы ведь все это с вами прекрасно помним. А я напомню, что никто со стороны нашего государства не взял на себя ответственность за эти взрывы, никто. Так что все приходили на этой волне. Ельцин вторую российско-чеченскую, вторые свои выборы, второе президентство, он выиграл на волне российско-чеченской войны. Несмотря на то, что он очень сильно потерял свою популярность из-за провала в этой войне. Но в итоге и опять-таки к власти он пришел именно на гребне этой волны.